Так, ну ладно, Бантан Санга, давай, Тайна Черной Тени. Это как раз здесь мог бы, в принципе, журнал и не открывать. Да? Ой, здесь песики гавкают. Когда открываем. Уф-уф-уф. Уф-уф-уф. Что, на сколько дней ивент? 12. Здорово, как дела? Неплохо, вы прибыли быстрее, чем я думал. Ну, конечно, стоило нам услышать про вознаграждение. Про потерянных зверюшек мы не стали терять ни минуты. Рассказывай, что же случилось. Теперь, когда Пайман Тиан здесь, переживать не о чем. Только работа опять вся мне достанется. Пайман оказывает тебе моральную поддержку. Это тоже немало. Вы, как обычно, полны энергии. Расскажу о задаче. В последнее время мы получаем огромное количество поручений по поводу потерянных животных. Разумеется, мы должны их найти. В основном это домашние животные. Так что они не должны были просто сбежать без всякой причины. Конечно, в Инадзуме хватает загадочных историй, но ничего не происходит просто так. Поэтому любую загадку можно решить с помощью логики. Наши расследования на месте происшествия подтверждают эту аксиому. Расследование Танаши бегать вечно приходится мне одному. Мы как... Они как пайманы путешественниц. Хочешь, пайманы тебя морально поддержат. Что? Спасибо за предложение, но я думаю, что справлюсь сам. За последние несколько дней поисков пропавших животных я обнаружил несколько лагерей в окрестностях. Некоторые из них охранялись монстрами. Ничего особенного. Ну, как раз, когда я пытался освободить пойманных животных в одном из лагерей, Рюдзи вывел из строя внезапно возникшая черная тень. Когда я очутился, лагерь был пуст. А Рюдзи, как же так? Куда же подевался суровый Рюдзи, который с грозным ревом, достойным Они, Торатио, победил преступника в деле Самбонгатана Кимпати? А потом, рыдая, держал меня на руках, пока я притворялась мертвым. О нет, прошу, остановись. Ого, а что было потом? Давайте лучше разберемся с текущим делом. Как бы там ни было, нам в Батан Санга требуется помощь таких ловких искателей приключений, как вы, чтобы спасти этих животных. Если люди снова оглушат, вы хотя бы сможете приглядеть за обстановкой. А почему ты сама не хочешь пойти? Пожалуйста, прошу, не забывайте, что я мозг этой группы, моя работа размышлять, а плоть моя лишь придаток к разуму. Как здорово она аргументирует свою лень. Конечно, вы не будете работать бесплатно, как и было сказано, вас ждет немаленькое вознаграждение. Чего же мы ждем? Ох уж это пайман. Один момент, если позволите, пожалуйста, возьмите это с собой. Это что такое? Сеть вездесущности. Я попросила подругу сделать ее по записям Амёда Камуны. Ее силы недостаточно для ловли преступников, а вот для животных ее должно хватить. Надо только получше прицелиться. Благодаря этому вернуть пропавших животных будет проще простого. Ух ты! Теперь это нам расплюнуть. Спасибо, Санга, ты лучше. Ох, не думаю, что я заслужу титул лучший, просто дополнительная страховка от неудачи. Все, отправишься с ними, ладно, хорошо. Я обнаружил еще несколько цепочек следов пропавших животных. Следуйте за мной, тогда в путь. И трощай! Сеть вездесущности. Элементальный навык заменен на особый. Ясно. Окей. Чё, куда дальше? Сюда. Давай сюда. Ловлю покемонов. Да. Теперь в миле. О. Руду видно. Круто. Нинк старается. Блин, братан, у тебя все нормально? Чё здесь один стоишь? Ляда мажет по 700 с первоуровневой книжкой. Потом стример всем говорит, что оружие важнее, чем уровень персонажа, да? Хотел спросить, какую сахарозу ты больше предпочитаешь, фу мастерство или гибрид? Фу мастерство? Блин, вон он наверху, кстам. Попробуй зажать эту штуку. А, ну да, можно дожать. Ух.
по текущим данным расследования, должно быть здесь. Сколько здесь зверюшек? Они все потерялись. А это собака. Это место сторожит собака. Ох, я понял, как было дело, как неловко. Почему так неловко, Рюдзи? Собака есть, черная тень, которая так легко со мной разделалась. Выходит, что ты такой слабак, Рюдзи. И собака просто слишком сильная. Вот и все, Пайман вот тоже наверняка не справилась бы. Это ее величественная осанка и гордый вид. Вам ничего не... Она никого не напоминает. Тайный дом Каморы, Тарамару. Пайман тоже о нем подумала. Нам ведь еще сначала показалось, что он умеет говорить. Жалко, что на самом деле это не так. Говорите о хозяине чайного дома Камор. Так ты с ним знаком, Рюдзи? Может, слышал, они впрямь похожи, но нам лучше не терять бдительность. Про Тарамару известно, что он много времени проводит с людьми и очень дружелюбен, но об этой собаке мы ничего не знаем. Поэтому мы должны быть осторожны, звучит логично. Это просто опыт, вот и все. И все же, зачем этой собаке собирать животных, потом хранить это место, Пайман не понимает. Возможно, нам понадобятся дополнительные подсказки, чтобы выяснить это. А пока давайте сосредоточимся на спасении животных, их хозяева очень переживают. Теперь дело за тобой, после того, как ты доберешься до животных, остальное возьму на себя. Я мигом доставлю их по домам, может, лучше устроим совместную атаку? Мы пока не знаем, можно ли победить этого врага с помощью совместной атаки. У тебя есть опыт тайных операций? Мы как-то пытались украсть небесную лиру, нам удалось ускользнуть от преследования во время церемонии сошествия. Мы как-то следили за одной важной шишкой на Ритон. Давай небесную лиру. Это, наверное, был интересный опыт. Как бы то ни было, если пробраться мимо охраны, спасти животных должно быть нетрудно. Я установил кое-что, что может отвлечь его внимание. Надеюсь, тебе это поможет. Принимаясь за дело, я посторожу здесь. Че, подожди, да я заберу свой артефакт. Дойдите к точке активации, чтобы начать испытание. Зона поиска тайное убежище. Если выйдете из зоны испытания до того, как завершите, испытание прекратится. Когда входите в зону поиска, сеть увидеть сущности, заменить ваш элементальный навык, удержите кнопку. Вы должны этим навыком по отмеченным животным попасть, чтобы забрать их. Маленькие животные, ожидающие спасения, рассеяны по всей зоне. Перед тем, как начать действовать, лучше понаблюдать и определить с местоположением, ожидающие спасения животные, отмечены специальными методами. Место охраняют умелые бойцы, псы Бун и Син. Вступать с ними в бой может быть не самым мудрым решением. Осторожно следите за линией обзора псов Бун и Син и старайтесь не попадать в пределы их видимости. Поймав пса в зоне поиска, тайное убежище с помощью сети, вы ненадолго лишите его способности действовать. Также здесь есть генераторы дыма, чтобы их включить, достаточно прикоснуться к ним или атаковать. Для этого вы сможете скрыться в дыму. Можете уйти от преследования. В тайном убежище установлены фейерверки, чтобы их зажечь. Достаточно прикоснуться к ним или атаковать их. Они отвлекут внимание псов войны. Так, хорошо, а где начало-то? Да, попади ты уже. А, это фейерверк. Тек. Ну вот, кстати, лисичка исчезла. Тяф-тяф. Тяф-тяф. Окей. Черная тень обнаружила вас, вы пока не сможете спасти животных. О, нет. Че, где последний? Ёж, под сюда. Ну, честно говоря, я думал, столса будет побольше. Попробуй с пуль трех собачек. Зачем? Ну, сейчас я всех... Сейчас я спасу и... Ну, я же... Я же в инвизе. Вы собрали всех, пора разыскать Рюдзи. Ладно.
Здорово, персик. Здорово. Из-за ивента в Надзуме пропали животные. Ого. Ого. Очень впечатляюще, ты отлично двигаешься. Тиана с таким справляется на раз-два. Ну что ж, переходим к нашей следующей цели. Что? Это еще не все. Точно не все. Судя по количеству полученных санго-заявлений, самое большое исчезновение в истории Надзум. Даже если оставить историю в стороне, масштабы этой пропажи выходят далеко за рамки нормального. Я прошел по следам в другие места и там тоже обнаружил пойманных животных. Опять требуется мастер тайных операций, в этот раз нет. Не переживай, вряд ли кто-то из противников сравнится с тобой. Придешь на место, сразу увидишь. Хотел для ачивки сводить лисят, а их нет в спал. Ну так. Все это можно будет. После ивента, чтобы спасти заточенных в зоне логовой банды животных, нужно победить врагов, потом открыть клетки. Ну, это по нам. О, бога, сюига юда. Так, а ну сюда иди. Откройте клетки. Беги, пёся, беги. Спасибо тебе большое за помощь. Видишь, Тиан сильнее всех. Теперь количество животных совпадает. Еще нескольких не хватает. Ух, как же так? Мы не можем расценивать это как поражение. Нас не свала черная тень, нам удалось вернуть часть животных. Таким образом, наше расследование продвигается. Просто на данный момент у нас нет зацепок. Вот что я думаю, я продолжу расследование, а вы пока можете заняться своими делами. Давайте встретимся в детективном агентстве Бантан Санго, как только появится новая информация. Хорошо. Похоже, вариантов получше, у нас все равно. Сами события. Спасите трех, спасите двух, и все, следующий послезавтра. Вас чешется. Что у нас тут? О, четвертое письмо благодарности PlayStation Partner Awards. Найс. Класс. И веб-ивент. Бабочек не пробовали. Раскрасили Букенда. Мне очень нравится, как этот чибик нарисовано. Испытание на 100%. Ну, собственно, контент на сегодняшний день пройден.